несомненно, Российская Федерация имела бы больше правовых оснований действовать всеми силами и средствами по защите русских и православных на территории Украины, если бы был бы принят федеральный закон об упрощенном порядке получения гражданства русскими. Вот мы по поручению председателя нашей партии, лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, депутата фракции ЛДПР, вносили законодательную инициативу об упрощенном получении гражданства русскими, однако из правительства Российской Федерации мы получили отрицательное заключение, и говорится о том, что создание дополнительных преференций при приеме гражданства русских в Российской Федерации будет унижать и умалять достоинства других национальностей. Может быть, нам для того, чтобы от слов переходить к делу, ваше, несомненно, нужное и важное обращение включить в том числе и пункт, где Государственная Дума ходатайствует перед правительством Российской Федерации рассмотреть данную инициативу и все-таки принять закон об упрощенном порядке получения гражданства русскими. В целом я поддерживаю пафос вашего выступления и считаю, что Государственная Дума может сделать гораздо больше.